Начинаем новый день, новый влог. Саша приехал с работы. Привет. Привет. У тебя все, закончил? Да. Два дня мучений и работы. Чувак, будет два светильника докупить. Поставить. Не успел или не было? Ну, изменились. Планы? Планы. Понятно. Как там погода на Байкале? Теплый. Сегодня у нас тоже минус два. Я даже курочек открыла. Ну, у нас с крыши капает, это что такое? Между прочим, на следующей неделе в конце будет уже мороз и ветер. Вообще-таки, но холодно будет уже очень. Так, Саша сейчас едет к своей тете на день рождения, торопится очень. Я не поеду, потому что мне нужно периодически ложиться, выпрямлять ноги, но там я просто отеку вся буду долго, если сидеть. Поедет поздравит от нашей семьи. А еще поедет тетя Света, ее дочь с мужем. Это Сашина тетя тоже. Вот, короче, я дома остаюсь. Буду по хозяйству управляться. Сейчас пообедали все, гречку сегодня делали с сосисками. Компот достали. Ага, молодец. И уху доедали еще. Вот. Короче, Алису положили спать. Алиса спит. Малыши смотрят Моану. Сидят. Эй, малыши, карандаши, привет. Вот, Лиза со Славой пошли у нас на каток, и Надюша сейчас на каток там осталась. Они были на тренировке сначала, но чтобы уже не ходить. А Дима пошел к своему другу, ему сегодня дадут коньки. Другу маленькие, ну и одноклассник он ему. С детства, короче, вместе дружат. Они ему маленькие, а Диме как раз... Вот, отдадут коньки. И, слава богу, Димке тоже будет. Так что практически все при коньках теперь у нас. Так, Миша садится обедать у нас. Че? Рассказывай. Нас тоже возьмут на день рождения? Нет, Вань, там только взрослые будут. Там не будет детей. Тетя Сашина, это которая вот нас стрижет обычно. Мы у нее там делаем стрижки, прически. Скоро, даст Бог, до нас доберется и постригет нас. Вот, ей сегодня 45 лет. Ну, вернее, у нее было 17-го день рождения, но справлять будет сегодня, так как суббота. Много кто отдыхает из родственников, решили на сегодня. Вот, короче, Саша меня ходит уговаривает, я ни в какую, я не смогу там, я просто вся отеку, если долго буду сидеть. Он говорит, ну, постоишь. Я говорю, нет, мне надо сейчас пойти лечь. Время что, 3 у нас, лечь, поспать нормально, потому что, ну, тяжеловато ходить мне уже. На улице сегодня погуляла, тоже так хорошо. Курей покормила, яйца собрала там все. На улицу их выпустила, пусть немножко погуляют. С крыш бежит, красотень такая. Сейчас немножко вам покажу даже. Ну, в общем, вот такая теплая погода. Хорошая. Саша говорит, на Байкале сегодня тепло. Я вам в конце поставлю Байкал обязательно. Фоточки и видео Саша поснимал. Вот он там работал. Делали они... Ну, вернее, Саша один делал. Там сантехник чем-то занимался, я не знаю. Ну, и Саша как по электрике. Электрику делал там одному человеку. Два этажа, получается. Вот вчера он приехал в 2 ночи. И сегодня успел до 3, потому что очень торопился, ну, чтобы успеть на день рождения, так как на нашей машине еще родственники поедут. Это Бурдугус, рядом с нами тут, в принципе, не очень далеко. Между нами и Иркутском, так, наверное, вам будет понятней.
Вот. Ну ладно, сейчас пойдем. Подарок как-то надо упаковать и как-то его погрузить. Он хрупкий. Алиса спит. Вот такой красивый подарочек. Вы знаете, что у нас тетя Оля любит заниматься таким вот всяким дизайнерским художеством. Там дома у нее очень все такое креативное, или как правильно сказать, все она любит украшать, как бы, и шить любит. Ну, в общем, вы как-то видели, да? Может, Саша поснимает нам сегодня, не знаю, как родственники будут, не против, если... В общем, такая вот ваза, она немного рельефная. Видно, надеюсь. Тут какой-то водопад. Вот она очень большая. Я хочу, чтобы, может быть, она где-то там в зале себе, ну, в общем, как захочет. Поставит возле камина, может быть. Я думаю, что ей понравится. Такой вот большой. Большой кувшинчик, типа как вазочка, ну, или кувшин, или что. Ну, туда, в принципе, можно и воды налить. Такая керамическая или глиняная, не знаю. В общем, надо как-то сейчас это упаковать. Мы привезли-то вот в этой коробке. Но это вообще коробка не от этого подарка. Что-то сковороды написано, блинные. Но она так бочком хотя бы как-то помещается. Чтобы в машине сейчас нам довезти. И, ну, Саша, чтобы не побил ее нигде. Вот. Ну, короче, такой подарок будет. Сумка моя, которая в роддом живет здесь уже в коридорчике. Что-то я не хочу туда убирать ее. Ребятишки лазят, но вот здесь они как-то не лазят еще пока. Ну, не знаю, куда-то надо тоже убрать ее. Все у меня там уже собрано. Тут у нас коньки. Коньки детские стоят. Это они на каток пошли. Выбрали себе, что нужно. Убрала немного шторку. Она вот так вот. Это день-ночь убирается. Можно ее закрыть, приоткрыть и вообще убрать. Вот окна грязноватые, правда. Но ничего, теперь до весны с той стороны никак уже не выйти, не протереть. Ну вот. Вот видите, на улице минус 2 показывает. Вот. Ну вот, Диме отдали конёчки. Только что пришел. Почти такие же, как вот Саша покупал себе. Но вот сейчас Миша их забрал. Почти такие же. Ну ладно, хорошенькие. Спасибо большое им. Мама, косы? Короче, Саша говорит, в коробке как-то некрасиво. Надо в пакет. Пакет, конечно, не сильно большой, но все же. Давай попробуем. Давай. Вся все равно не поместит. Ну ладно, все-таки уже приятнее будет. Так, можешь в руки взять ее. Но. Это в коробке, говорит, как-то некрасиво. Все собрался. Не габарит. А? Да. У меня там цветы, я что, тороплюсь-то? Я бы один-то был, не торопился бы никуда. Оттуда будешь их забирать? Ну, я не знаю, может, они там останутся. Нет, в смысле, ты подъедешь к ним? Ну, я не приду сейчас сюда. Может, нет, ну, сразу не подъедешь. Себе один-то был, я бы не торопился никуда. А начало во сколько? В 3. Время уже 4:10. Там-то все и дело, они там сидят, меня торопят. Ждут, конечно. Так, ладно. Ладно, ну, все, передавай поздравления от меня, от детишек. Передам, наверное, не забуду. Тортик за меня скушай. Ну, кусочек рву, наверное, тебе. Мам, и мы скушаем тортик. А там что внутри лежит? А там какой-то листик, я его достать никак не могу, он прям с магазина. Ну, красивый. Листик? Ну. Ладно, все, давай. Ладно, все, с Богом. Так, я телефон взял, все взял. Саш, поснимаешь нам чуть-чуть, если разрешат родственники? Ну, посмотрим. Ну, фоточки хотя бы, да. Ну, давай, пока. Немножко опоздает, ну, что сделаешь, работа. Не успел немного. И так вчера ночью приехал. Ничего страшного. Да. Да.